Ну вот сегодня другая дорожка у меня. Ну, впрочем, эту дорожку вы тоже знаете. Решили изменить маршрут, так скажем так. Вот. По оперативным соображениям человек должен маршруты менять все время. По прогулок. Вот. И даже места прогулок. Скоро начну с другого парка вам. Это сам показывают ролики. Все парки буду показывать. Постараюсь, пока есть время. Вот. Поэтому вот этот парк я уже вам полностью почти все показал. Ну вот такие дорожки, видите? Вот это вот каштаны. Вот они все, вот это вот каштаны. Вот они каштаны. Здесь я собирал каштаны. Может, там сейчас с вами тоже посчастливится. Может, упавших каштанов здесь было очень много. В прошлом году я целый мешочек собрал, сделал настойку для ног. Лошадиная сила называется. Вот. Я по рецептам древних людей вот делал. Но сейчас вот что-то не вижу я. Тогда было очень много было каштанов. Сейчас пока их не видно. Посмотрим-ка наверх. А нет еще. Наверху нету. Возможно, они потом как-то это самое, я не знаю. Я даже весной уже это сам, если помните, собирали их очень много тут. Очень много. Ну, сейчас что-то не вижу я. Не вижу. Может, уже собрали. Умнее меня, может, нашлись. Кстати, я, что бы я ни начал делать, после меня начинается вот такая вот это, повторять начинает. Даже у меня на рынке было в Анталии. Вы что-нибудь у меня покупайте, пожалуйста. Я говорю, почему? Потому что после того, как вы берете, у меня начинается торговля. Я говорю, для этого вы мне должны, я говорю, делать скидку. Вот. Даже у меня в Подмосковье так было. Даже торгаши там местные говорят, у меня что-то покупаете. Я говорю, что? Потому что потом, говорят, у нас берут. Не знаю, может, у меня какой-то магия есть. Вот это каштан, по-моему, да? Вот он, каштан. Вот он, но он еще не раскрылся. А, вот они, каштаны есть, но они еще не раскрылись. Это же дикие каштаны. Вот смотрите, вот они. Вот смотрите, вот они. А это нет, это желуди. Это не каштаны. Это не каштаны. Вот. Это не каштаны. Вот, но листья уже опали, все. Но скоро появятся они, каштаны, потому что, наверное, упали они. И еще не видно их, я не знаю. Вот ранней весной их было очень много прошлогоднего урожая. Вот. Так что каштановые вот эти настойки из дикого каштана, вот, делать не пить. Только мазят ноги, тело. Очень... А, вот они, вот они. Вот каштанчики пошли. Вот они пошли, каштанчики. Вот они пошли, мои родимые. Вот они, вот они. Пожалуйста, вот каштанчики пошли. Вот они. Первые каштаны дикие. Это дикие каштаны. Говорят, их нельзя кушать. Ядовитые. Поэтому не рекомендую. Вот настойку из них делать. Закладывайте спирт, самогон. Даже вот такой, это можно, я даже, который руку это делает, вот это, специально подмывает вот этой штукой, антисептик, туда даже бросаю, и она такая желтая становится. Вот смотрите, вот они. Видите как? Вот они. Каштанчики. Эх, мои каштанчики. Вот. Их много. Сейчас будет очень много будет. Вот эта верхняя часть. Сейчас пойдем мы с вами.
верхнюю часть поднимемся, там тоже вообще селает. Вот лестничкой поднимаешься вот так вот. Вот тут чуть-чуть поднялся. Вот одно это уже вторая сетцам. А, здесь короткая. Значит, я шел там. Вот здесь очень много полос. А, вот она еще. Вот, вот это вот, я скажу, нижняя часть, вот она. Вот здесь, вот она, поляна целая. Вот эта поляна была полная, вот этих каштанов. Полная поляна была каштанов. Вот. А ну-ка посмотрю, сейчас есть ли такие каштаны сейчас. Вот, тогда было здесь очень много каштанов. Вот, посмотрю. Ну, здесь убирались, чистили. Видимо, все прочистили. Но что-то должно быть все равно. Потому что каштановые деревья. Вот. Ну, видимо, здесь убирались, чистили. Вот здесь было очень много. Вот они, вот они. Вот они, родимые, вот они. Вот они, вот, вот, пожалуйста, вот они, каштаны, во, вот это я понимаю, ребята, вот это вот собирайте, вот эти вот вещи, дорогие мои, я вам хочу сразу сказать, это очень даже для того, чтобы, как говорится, делать настоечку. Я вот, у меня пакетик, я пакетик ложу. Вот опять вот соберу, вот они, вот они. О, вот смотрите, их очень много тут. Вот они, вот они. Я же говорю, я собирал их, вот они. Их много тут. Вот эти каштаны потом на спиртовой настойке любой вот этой ставите. Вот, но пить нельзя, я сразу хочу сказать. Вот, это нельзя, это надо только обтирать тело. И вообще помогает. Чудодейственный, как бы скажем так, такой получается. Вот помните, крем продавали, крема продавали. Лошадиная радость. Вот это и из этого. Вот, вот, пожалуйста. Сбор каштанов. Видите, пошло сейчас. О, а, родимые мои, вот они. О, о. Потом попозже приду. Я здесь могу целый пакет собрать. Вот. И, извините, пригодится. Я вообще травник, можно сказать. Вот, люблю вот эти дела. Вот, по интернету сразу. Сейчас по интернету все можно посмотреть. Что можно сделать с этим. И вот какие болезни, какие эти. Вот, сейчас можно столько это делать для здоровья, что мама не горюй. Вот они тоже вот здесь, тоже есть, вот они, видите. Но они чуть-чуть это еще мокрые. Вот на я сухие беру. Сухие беру уже, которые-то наверху. Вот они, вот, пожалуйста, вот. Вот они, смотрите. Вот их много тут, ребята. Каштаны собирать, это вообще мне нравится. Они вот такие вот, гладкие такие. Я из них еще делаю жидким вот этим горячим силиконом еще делаю фигурки разные. Я вам потом покажу. Получается вообще красота такая. И картины можно вокруг вот так картин вот таким делать. А потом каждый даже можно покрасить разный цвет. О, поделки делать, знаете, из настоящего. А вот крапива, дорогие мои. Вот она, молодая крапива. Смотрите. Вот она, молодая крапива. Пожалуйста, будьте любезны. Вот она, молодая крапива растет. Смотрите, какая красота. Вот, так что в Анкаре хорошо с природой. Вот, четко. Вот еще каштаны. Вот они. Вот они, каштанчики. Вот. Их тут я собирал в прошлом году. У меня ноги как-то немного болели. Махом все ушло. Махом все ушло. Вот ниже колена начинаешь, короче, мазать его. Вот. Она такая желтая, темно-желтая становится.
Вот эта настойка от души снимает любую боль. Вот. Вот такие дела, дорогие мои. Так что Анкара прекрасна. И жить тут можно, даже нужно.